про статистику и не закроют ли нас, в общем-то, самый главный вопрос снова. Раз четвертая волна. Не закроют в смысле локдаун? Да. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что если люди так и не будут прививаться, да, и будут все делать для того, чтобы заболеваемость распространялась, не соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, не носить маски, не соблюдать элементарные меры санитарной гигиены, то, может, и закроют. Может такое и быть. Понимаете? То есть определенные пороговые показатели, когда необходимо вводить те или иные жесткие меры. Но если люди не хотят прививаться, а система здравоохранения испытывает огромные трудности и не может, так сказать, переварить поток пациентов, что вы прикажете делать? Вполне возможно, но планов таких нет.